Житель Златоуста осужден за производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере. Он получил 10 лет колонии строгого режима. На скамье подсудимых 40-летний Максим Баукин. Суд установил, что он в сентябре прошлого года в интернет-магазине с использованием криптовалюты приобрел химические реактивы и оборудование для изготовления наркотиков, а затем в Златоусте арендовал квартиру, в которой приготовил около 2 килограммов запрещенного вещества. Разделив полученный наркотик на 5 частей, он разместил закладки на трассе М5. Баукина задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области, а наркотическое средство изъяли. И вот ему назначили 10 лет колонии. Суд учел, что на иждивении у подсудимого двое детей.